Всем привет! Сегодня у нас в гостях 10 посылок из магазина GD. Все разное, я не знаю, что тут было, что не было. То есть сейчас распакуем, все посмотрим. Сегодня 18 июня, к чему я это говорю? Сегодня распродажа середины года. Все магазины, то есть многие магазины в эту распродажу начали активничать и проявлять свою активность. Но жирнее всех, то есть больше всего скидок предлагает GD. Они якобы приурочили это к 4-й годовщине магазина. И реально там очень классные цены. Я накупил там очень много всяких разных товаров. Вот, для себя, там, для родственников, кто просил. Некоторые товары уже там были у нас и уже знаем, что они очень качественные и классные. И родственники по ценам, по хорошим решили, что тоже им нужны эти товары. В общем, накупил очень много товаров. Будет идти это все. Я так понимаю, что еще у нас будет неоднократно распаковки из магазина GD. Вот, магазин реально в этом году удивил очень сильно, потому что все остальные магазины курят нервно в сторонке. В прошлом году активничал у нас сильно магазин GearBest, но в этом вот прям порвал всех JD. Вот 18 число, все акции, скидки, то есть целый день публикуются в телеграм-канале у нас скидки, и одна круче другой. Ссылка на телеграм-канал будет в описании, если вам интересно покупать товары по скидкам. Вот, смело переходите, входите в телеграм, зарегистрируйтесь. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас пришло сегодня. Вот в этой коробке у нас должен быть инструмент для качания пресса, такой ролик. Да, колесико. Вот, я его распаковывать не буду, потому что он уже у нас был, сейчас покажу. Вот такой вот это ролик, вот так выглядит. Это вот мой, я его покупал в прошлом году. Пользуюсь им не часто, конечно, но пользуюсь периодически. Отличная вещь, то есть это для качания пресса, инструмент такой. Вот, и друг мой посмотрел, то есть ему очень понравилось, им попросил заказать ему. Вот это все пришло. Все то же самое. По-моему, $5.5 это устройство стоит. Ну, он по акциям постоянно продается, поэтому можно смело купить. Откладываем. Далее, купил тоже на GD. А, ну у нас сегодня все посылки с GD, поэтому давайте мы их скомпонуем и вот так будем смотреть. Вот, это сухой дезодорант, я не знаю, как им пользоваться, здесь инструкция, тут все на китайском написано. В общем, надо погуглить. Вот так это выглядит. Я так понимаю, наверное, нужно открыть вот эту вот штуку и закрыть крышечкой. А зачем вот это? Какая-то двухсторонняя наклейка. Вот. А зачем она? Давайте откроем. Сразу запах пошел, я не знаю, нужно открывать вот этот пакет, но, наверное, нужно. Но запах сразу пошел, то есть изначально его не было. Вот, сейчас уже явно такой слышен запах. Приятный, я не знаю, как определить его, чем он пахнет, но чем-то приятным пахнет. Да, ой, прилепили. Ой, пахнет хорошо. Я так понимаю, скорее всего, это здесь вот клеится и можно куда-нибудь прилепить, наверное, на двухсторонний скотч вот эту штуку. Ну, точно не скажу, поэтому нужно погуглить, вообще посмотреть на лот, что там пишет продавец. Вот такой вот сухой дезодорант с наклеечкой. Что-то до $1. А вот здесь вот какая-то... Так, вот тут попался плохой с двойной скотч, и он двухсторонний, и он такой грязный весь, потертый, то есть пострадало. И видно здесь вот не полностью она заполнена, то есть это вот это вот пострадавшая оказалась. Все, ну, вот эти две отличные, и одна вот такая, и она даже цветом немного другая. Какой-то брак. Она даже по размеру другая, то есть... Получается, я позаказывал один в лоте был, а пришло три разных. То есть две одни одного типа и одна в другого типа. Она и меньше. Вот. Наклейка одинаковая, но вот крышечка для сравнения. Сейчас. Вот. Баночка даже меньше. Немножко. Вот такая полубракованная.
откладываем. Пахнет хорошо, то есть так завоняло тут конкретно. Далее два триммера покупал, один себе, один друг попросил. У меня есть один такой. Вот. Так это выглядит. Триммер покупал за $1.50, но потом он стал еще дешевле, по-моему, 99 центов можно было легко его купить. Так, батарейки здесь нету, используется одна батарейка АА формата, и здесь вот есть уплотнительное кольцо, то есть можно немножко мочить его, я думаю. Вот, и вот так выключается. Сделано, кстати, так обтекаемо, очень прикольно сделано. Сейчас возьму батарейку, попробуем, протестируем. Вставил батареечку. Вот она полностью входит туда, зажимается. Работает. Стрижет, выбрала область здесь. То есть со своим делом я буду, думаю, уверен, что будет. Видите, выстрел, все. То есть будет справляться. Для почистить вот снимается так. И продуть можно. Болтается так. Сделано из пластика, то есть и может. Так, как оно здесь? Нужно быть. Не час, ну как бы аккуратно снимать, потому что вот эта штучка пластиковая может сломаться вдруг. Ну, может она и крепкая, конечно, но мне кажется, что нужно быть аккуратным. Вот, откладываем. Два штучки. И что-то тут внутри еще. Ага, щеточка для очистки. Причем с таким штукой, я не знаю, крепится что ли где-то, нет? Нет, слишком многого хочу. И все, или что-то еще там есть? Что-то еще там есть. Вот, инструкция. Инструкция запаянная. Вот. Ну, уверен, что там ничего интересного нету, поэтому откладываем. Далее, давайте посмотрим. Вот такая вот зубная щетка для ребенка с машинкой. Я распаковывать не буду. Машинка здесь обычная, пластиковая такая, ну, в общем, ни о чем. Но зубная щетка небольшая, маленькая, тоже симпатично сделана. Colgate. Вот, распаковывать пока не буду, потому что еще есть щетка у ребенка. Поэтому вот так посмотрели. Откладываем. Далее, вот это вот две штуки, я не знаю, что это такое. Давайте попробуем открыть, посмотреть, что это. Я так, ну, навскидку не могу вспомнить, что это я купил. Ага, вот, я понял, это зеркальце для... два штучки я покупал для племянниц. Не знаю, выйдет видео раньше, чем мы им вручим, но вот здесь какой-то вот небольшой брак. Краска, наслоение краски. И вот оно так выглядит. Или не зеркальце это? Что это такое? Вот, какая-то фита. Сейчас я гляну, что это такое. Все верно, зеркальце. Просто здесь нужно снять вот эту вот защитную пленку. И получаем. Оно металлическое. Видите, здесь такая вот кнопочка прикольная получается. Вот, оно металлическое, но видно все классно, четко, видите меня. Вот. С обратной стороны вот такая вот симпатичная девочка в чехольчике в таком. Вот. QR-код. Классно выглядит для девочки, я думаю, очень бомбово будет. Вот. Давайте сразу открою тогда и вторую, сниму эту пленку, чтобы когда девочкам будем вручать, чтобы они были одинаковые, потому что может быть война. Вот. Вот так вот. Классная штука. В мягеньком чехольчике. Очень понравились мне эти зеркальца. Откладываем. Ссылка будет в описании. То есть очень за какие-то копейки вообще они покупались. Вот, откладываем. Далее давайте посмотрим, вот что это у нас здесь такое.
Так, упаковали хорошо. Пакет. В нем вот такая вот сумочка. Джованни Валентино. Посылки, кстати, вот эти вот все очень быстро пришли. Я так понимаю, заключили с Укрпочтой, очень быстро пришли посылки. Так, Джованни, что это? Это кошелек, наверное, нет? Вот, это косметичка небольшая. Ух ты, ну прикольно выглядит такой вот кошелечек. Здесь у нас внутри еще один маленький такой раздел небольшой, вообще крохотный. Даже, ну я думаю, непрактичный. Вот, ну. И вот такие вот две бумажечки здесь. Все сделано качественно, материал такой, то есть он плотный, но мягкий на ощупь, приятный. Вот, ну откладываем. Далее, давайте, раз уже сумочками начали, вот это тоже для Пенал. Пенал тоже был по распродаже. Вот такой вот небольшой. Локейлион. Ну, просто обычный пенал. Положить ручки сюда. Откладываем. Далее кошелек для монет. Такой вот прикольный. Just Star. Вот сюда монетки ложим. Прикольно, все так красиво выглядит. Девочкам понравится, если это для девочки покупать. Ну вот здесь вот косяки какие-то. Небольшие нитки торчат вот здесь вот. Ну а так кошелек очень прикольный, симпатично сделан. Just Start. Just Start. Только звезда получается. Вот, ну и последняя наша штука. Это Xiaomi-шный Powerbank фонарь. Купил я еще один, то есть этот еще не пришел, я уже купил второй по распродаже. Как он открывается, давайте будем пробовать его, распакуем, посмотрим, сколько его хватит. Так, вот здесь, наверное, как-то вот открыли, это отложим. Здесь у нас идет небольшая инструкция. Инструкция стандартная, Xiaomi-шная. Я так понимаю, что она даже, наверное, не меняется во всех приборах. А, нет, картинка такая. Вот, ну, она абсолютно одинаковая, как в Mi Band, как и всем остальном в Xiaomi у мелких. Такая вот белая штука. Батарейка там, по-моему, 3000 мАч, если не изменяет мне память. 3350 мАч. Вот здесь вот написано, но оно написано таким нечетким шрифтом, что очень плохо видно. Давайте будем смотреть. Итак, здесь у нас с нижней стороны кнопка включения microUSB-USB. microUSB для зарядки, USB для выхода. С обратной стороны у нас фонарик. Вот, купил я их два. Вот, фонарик включается поворотом головы. Причем яркость настраивается, то есть... Горит ярко, сейчас попробую выключить свет и посмотрим. Ну и шнурочки здесь. Ага, здесь не только шнурочек, здесь USB коротенький шнурочек. И вот такая вот штука, ремешок, петелька, тоже Xiaomi-шная, из силикона сделана, очень прикольная, для того, чтобы можно было прицепить к батарее и таскать ее с собой. Вот такой вот шнурочек. Сейчас, секунду, выключим свет. Это вот максимальная яркость. Вот это вот минимальная. Минимум. Максимум. Ну и теперь осталось ее разрядить и посмотреть, сколько влезет в нее миллиампер часов.
так, поставили на зарядку, через обычная зарядка GoCom, по-моему. Вот. Так вот, скачет. Не доходит немножко до 1 ампера. 4,95 вольта. Ну, заряд идет. Итак, что мы имеем? Полностью зарядился, заряжался около 2 часов. Почему он не включается? Ну вот, полностью зарядился, лампочка горит. Так. Все. Все отлично работает. Сколько у нас тут показывает? 2766 из заявленных 3350. Вот, то есть на 600 меньше. Ну, в принципе, я уже привык, что там на 10-20% всегда бреша. Вот. Но я думаю, что это специально, как бы, ну, может, внутри емкости такая на 3350 и специально не разряжается в ноль, то есть не допускает полного разряда. Ну, а может, так и есть. В общем, прикольный фонарик, он легкий. И получается, на если вычистить сюда там, да, на выход выйдет где-то минус 30%, ну, где-то 2000 на выход будет. То есть, если говорить грубо, половину заряда моего телефона он зарядит. То есть, можно таскать его в сумке, если вдруг понадобилось подзарядить, или телефон подзарядить, или фонарик подсветить себе что-нибудь по пути. Вот, и причем он легкий, немного великоват, чуть-чуть больше, чем допустим тот фонарик, который сейчас я использую, Convoy S2. Сейчас я их возьму для сравнения. Они практически такого же размера, немножко больше, совсем чуть-чуть больше в диаметре и чуть-чуть больше по длине. То есть по весу на глаз так, по-моему, Xiaomi тяжелее. Ну и вот Zenflare для сравнения взял. Вот, как они выглядят. Вот, ну, отличное приобретение, учитывая того, что можно еще подзарядить телефон, допустим. Вот, ну, белый цвет марки, видите, я уже его грязной рукой взял, и он сразу запачкался, видите, то есть нужно вытирать его. Вот, это единственный минус у этого фонаря, в остальном все сделано качественно, хорошо, мне очень понравился. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!